записи короткое видео по установке коробки скоростей от фирмы Техномастер. Я ее в прошлом году ставил, но вариант был неудачный, потому что хотел сделать привод одной цепью, и угол цепь шла вот так вот, и она крутила и валы, и передавала момент. Угол обхвата шестерни был очень маленький, и когда двигатель работал, цепь перескакивала на звездочки и создавала ударные нагрузки. Поэтому пришлось сделать привод только на один вал переднего хода и поставить дополнительную цепь, которая с вала переднего хода через две паразитные, одну паразитную и одну натяжную звездочку, крутила валы в разные стороны. После этого стало работать все отлично. Редуктор двухскоростной с центробежным сцеплением от тольяттинской фирмы Техномастер встал сюда очень хорошо и компактно. Эта коробка передач нужна не для мини-бульдозера, которому вполне хватает одной передачи, а для снегоуборщика, так как трансмиссии одинаковые, поэтому я здесь и показываю. Так. Первая передача, вторая передача. На первой передаче очень удобно маневрировать, скорость небольшая. Ну, сейчас заведу, покажу. Передаточные отношения в два раза. На первой передаче у него коэффициент передачи 1.5, а на второй практически 3. 2.9, по-моему. Ну вот и все.